43 объекта представлены для голосования на территории городского округа Пушкинский. Для участия нужно зайти на портал, используя учетную запись госуслуг. Перейти на страницу голосования, найти свой округ на интерактивной карте, выбрать территорию, где расположен объект, который должны снести, оставить комментарий с пожеланиями о том, что бы вы хотели увидеть на месте сноса. Каждый голосующий может выбрать до 5 территорий. Сбор предложений на портале «Добродел» продлится до 28 февраля 2023 года.